А теперь стихотворение, которое называется «Ни дух, ни совершенство». «Свалил меня ни дух, ни совершенство, мне кажется, незавершенным все. А вроде семена знакомым жестом кидались благодатный чернозем. Не убраны поля моих творений, где пахарь размышления застыл. Уже над ними прокатилось время, трамбуя в неподъемные пласты. Застрявших в узком горлышке сомнений, стремление переделать сотни раз, тебя, твой Бог, непостижимый гений, ведет, пока душа не отмылась. Я жду, пройдут боязни, как болезни, и завершится давняя страда. Плоды сорвутся, и из недр воскреснет все то, что я когда-то настрадал».